На очередном заседании Тверской городской думы депутаты одобрили внесение поправок в текущий бюджет столицы Верхней Волжи и подвели итоги рассмотрения отчета об исполнении главного финансового документа за минувший год. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Доходы Твери в прошлом году составили более 10 миллиардов 100 миллионов рублей. Полнота освоения бюджетных средств составила 92,5%. Отчет об исполнении был одобрен депутатским корпусом. Далее парламентарии поддержали изменения в главный финансовый документ текущего года. Например, благодаря новациям в федеральном законодательстве, столица Верхней Волжи планирует получить бюджетный кредит на погашение долговых обязательств по рыночным заимствованиям. В перспективе от них вообще планируется уйти. Кредитоваться бюджетными кредитами достаточно, это выгодно, но это низкий, ниже процент, чем коммерческих банков. Это может привести к снижению вообще муниципального долга. Мы должны сейчас заплатить 500 миллионов, которые мы сейчас будем замещать его бюджетным кредитом. Это дает возможность экономить нам сейчас 500 миллионов. Кроме того, дополнительные средства в сумме 7 миллионов 700 тысяч рублей направят на завершение строительства детского сада на 190 мест по улице Склецкова. Данная потребность сложилась из-за сильного роста цен на стройматериалы. Еще 30 миллионов в виде субсидий направляются МУБЖЭК, что позволит избежать его банкротства. Также важным решением депутатов стали изменения в правила по благоустройству. Речь о борьбе с борщевиком. Предприятия должны свои территории очищать от борщевика, или к ним будут применены административные санкции для того, чтобы нам остановить распространение борщевика на территории города. Сколько сильного штрафа? Ну, штрафы – это административные наказания. Сначала административные, потом штрафы. Там в пределах от 3 до 20 тысяч. Это также позволит сэкономить немало народных средств. Ведь до сей поры борьба с борщевиком шла за счет муниципального бюджета. Теперь же это опасное растение будут выкашивать сами собственники территорий.